Всем привет, с вами Разоро. Сегодня в этом видео я вам покажу баг на аудиосистему на проекте Amazing Online. Не знаю, на момент этого выпуска его пофиксили или нет, но в данный момент, сегодня у нас 31 января, он работает, все еще можно поставить на любую абсолютно машину аудиосистему, будь это рабочая какая-нибудь, личная там, любую машину, даже созданную, можно поставить эту аудиосистему. Но кто еще не играет на Amazing RP, залетайте на 4 сервер Azure, вводите ему промокод CAPSAMRAZOR, он дает 300 тысяч бонусов рублей, вся информация есть в описании, но вам я желаю приятного просмотра, но мы начинаем. Итак, ребята, в чем же заключается данный баг? Вам нужна колонка, вот это музыкальный как бы центр вам нужен. Ну и, конечно, если он у вас есть, вы сможете этот баг заюзать, но не рекомендую вам этого делать, потому что за это могут наказать. Я это делаю исключительно ради контента. Хорошо, что это баг не на деньги. А то тогда бы я точно вам это не показывал. Давайте мы уже приступим к этому, демонстрации к этого бага, что как это вообще работает. В общем, мы ставим эту музыкальный центр, колонку, значит, мы поставили. Значит, все, теперь нам нужна машина. Давайте я заспавню любую машину, например, F90 заспавним. Чисто нам нужно подъехать к этой колонке. Ну и что дальше делать? Я, конечно, момент замажу, скорее всего. Если сейчас еще баг не повесили, я, наверное, замажу этот момент, чтобы немногие это юзали. Короче, суть данного бага то, что вы садитесь в машину, и у вас появляется аудиосистема в машине. У нас открылась менюшка аудиосистема, теперь можем абсолютно любую песню здесь включить, к примеру, да, там какую-то вот эту партию включим. Я, конечно, убавил все это дело, чтобы вот, и все, у нас появилась аудиосистема в машине. Все, ребят, я установил аудиосистему в машину, теперь у нас с машины играет аудиосистема. Причем эта машина созданная, это никакая там не личная. Мне интересно, ребят, реакцию посмотреть тех, кто будет на Ашике сейчас просто взять, поставить на самокат аудиосистему, это, конечно, будет вообще рофл полный. Бля, вы просто посмотрите, ребята, поставил аудиосистему на самокат, теперь у меня на самокате есть аудиосистема, но это вообще, конечно, рофл полный. Конечно, я вам не советую этим пользоваться, потому что за это могут как минимум баг выдать, это же ведь багаюз считается. Вообще, ребят, я думаю, сегодня сделаем такой смешной видеоролик, будем ставить аудиосистему на другие тачки и просто рофлить от этого. Ты продаешь? Бля, так интересно на аудиосистеме вертолет. Мари, пацаны, вертолет с аудиосистемой. Вертолет с аудиосистемой? Да, да. Как он? Алло, ничего. О. Можешь починить? Что-то ага. Говорит. Ема, пацаны! Ну чё, реально? А как аудиосистема? Чё? А можете мне аудиосистему подарить? Раз вам её некуда девать. Чё-нибудь можете подарить? Это знаешь, если бы вот аудиосистема была бы доступная просто без вот этого возни, что это надо покупать, это эксклюзивная тема. Если бы везде можно было оставить, примерно так бы все это выглядело. Брат, то как, как там этот музыка наша тебе нравится? Пацаны, я тоже аудио хочу. А, не, заправить надо еще, вот. Это резненько играет. Типа это в СТО новые эти, что ли? Тюнинг? Да, сейчас, братуха, аудиосистему добавили, просто так уже можешь ставить. Понял. Все, обесценилось оно. Да, все, не стоит оно 8. Как там? Оперстайл? 30 миллионов. Это как, знаешь, будто старый магнитофон играет. Да-да-да. Его мне тут лагает. Чего нахуй? У нас аудиосистема. Ты че, уеба? Ты чё курили, ё-моё? Ё-ё, угораю. Подожди, а как это нахуй? Вот уставка, я когда на дерби был, там, короче, на санках была аудиосистема. Ебахуй, блядь. А как, алё? Карин на ней сидит, всё идеально. Окей. Крыть дверь. Ну что, ребята, сегодня мы с Богданом попробовали какую-то реакцию сделать на этот баг, но все равно, ребята, хочу вам сказать то, что не надо это использовать, потому что за это могут прям хорошо дать люлей, а точнее даже забанить за такой баг, если вы его будете юзать. Так что не используйте баги, чтобы ваш аккаунт оставался, ну, куда-то там не отлетал. А мы это сделали исключительно ради контента, плюс, Богдан, ты написал на это уже там на форум, да, по счету этого? Да.
Это пофиксят 100%, это легко фиксится. Да, должны пофиксить. Ладно, ребят, думаю, вам все понравилось. Поставьте лайк, там, пишите свои комментарии, что вы думаете об этом. Конечно, было бы круто, если бы аудиосистема не была такой вот, типа, ценной, чтобы за нее такие деньги не отдавали, если бы она просто на каждой машине сама играла по себе. Ну, чтобы можно было врубать, это было бы куда круче, мне кажется. Но, к сожалению, это будет создавать нагрузку, поэтому на Амазине такого, увы, не будет. На этом все. Всем пока и удачи, друзья.